Индикатор для бинарных опционов HalfTrend – это незаменимый помощник в определении тренда не только новичкам, но и опытным трейдерам. HalfTrend относится к категории классических инструментов технического анализа, и в его основе лежат скользящие средние, используя которые индикатор определяет разворот тенденции и генерирует точки входа в форме стрелок на графике. Самое главное преимущество этого индикатора в том, что он довольно точно определяет развороты рынка и не перерисовывает сигналы. Скачать индикатор HalfTrend в ознакомительных целях можно на нашем сайте по ссылкам в описании к видео, а устанавливается он в терминал MetaTrader 4 стандартно. Ссылки на инструкции по установке также ищите под видео. Одновременно с индикатором советуем ставить и шаблон с настройками индикатора HalfTrend, чтобы не тратить лишнее время на регулировку и подбор оптимальных параметров. По умолчанию индикатор настроен на валютную пару евро-австралийский доллар и таймфрейм М5. Принцип работы и настройка индикатора для бинарных опционов HalfTrend. Настроек очень мало, и сигналы индикатора зависят всего от одного параметра – Amplitude, диапазона указанного количества последних баров. Далее идут стандартные настройки отображения различных компонентов – Show Bars, Show Arrows, линий, указывающих на флэт или откат к основной тенденции и сигнальных стрелок. Замыкает список параметров стандартный перечень алертов, звуковых сигналов и почтовых сообщений. Красная линия индикатора HalfTrend говорит о медвежьем тренде. Трейдерам следует приготовиться к покупке бинарных опционов PUT. В то время как синяя линия индикатора – признак преобладания быков, а значит самое время покупать опционы call. Для устойчивых положительных результатов с этим индикатором советуем использовать только волатильные инструменты и избегать неактивные часы работы рынка. О том, какое лучшее время для торговли бинарными опционами, вы сможете узнать, прочитав статью на нашем сайте, в которой подробно отображено время работы и торговая активность международных фондовых и финансовых рынков, включая рынок Форекс. Ссылки ищите в описании. В качестве дополнительного фильтра в нашем шаблоне к индикатору HalfTrend добавлен стандартный индикатор CCI с периодом 12, отслеживающий локальные уровни перекупленности и перепроданности. Такой подход поможет избежать открытия позиции на самом излете бычьего или медвежьего импульса. Например, на графике видно, что если стрелка индикатора HalfTrend совпадает с зоной перепроданности минус 180 или перекупленности 180 по индикатору CCI, это может привести к потерям. Аналогично можно использовать осциллятор Stochastic или любой другой, показаниям которого вы доверяете. Правила торговли по индикатору HalfTrend. Правила основаны на следовании тренду, и все сделки открываются в строгом соответствии с доминирующей тенденцией. А как известно, лучшим моментом для открытия сделки по тренду выступает момент его зарождения. И для покупки опциона call необходимо, чтобы цвет скользящей средней изменился на синий. Под графиком цены появилась синяя стрелка вверх. Значение индикатора CCI не находится в зоне перекупленности, а ниже значения 180. А для покупки опциона PUT нужно, чтобы цвет скользящей средней изменился на красный. Под графиком цены появилась красная стрелка вниз. Значение индикатора CCI не находится в зоне перепроданности, а выше значение минус 180. Время экспирации зависит от выбранного инструмента, от 3 до 5 свечей. Заключение. HalfTrend однозначно заслуживает внимания трейдеров, и даже если вы не будете его использовать для торговли в качестве сигнального индикатора для открытия сделки, он прекрасно подойдет на роль трендового фильтра и сможет дополнить собой любую трендоследящую торговую систему. Использовать для торговли бинарными опционами только показания стрелочного индикатора не рекомендуется, а обязательно используйте его в связке с фильтром перекупленности и перепроданности, чтобы снизить вероятность получения ложных сигналов на затухающем тренде. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео в сфере торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!